Вас приветствует автосалон «Столица». В продажу поступил автомобиль. Это Renault Duster 2014 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литра. На механической коробке передач полный привод в красивом таком коричневом цвете. В автомобиле чистый ухоженный салон. Пластик нигде у нас с вами не затерт. В комплектации 4 электростеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал с обогревом. Полный привод, конечно же. Кондиционер. И штатная мультимедиа. На данный момент автомобиль находится в рабочем режиме. Как видим, на приборной панели никаких абсолютно у нас ошибок не горит. Мотор работает ровно, пробег составляет 118 тысяч километров. Всех, кого заинтересовал данный автомобиль, контактную информацию с телефоном и адресом вы можете уточнить в объявлении.